10 стих. «Ничего, что тебе надобно будет претерпеть, вот дьявол будет извергать из среды вас в темницу, чтобы искушать вас, и будете иметь скорбь. Дней 10 будет верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Не бойся быть, то есть слово «бойся» — быть пораженным страхом. Знаете, когда нас вводят в какой-то страх, ты тогда парализован, ты не можешь действовать. Я в своей жизни скажу так. Неадекватные решения в своей жизни я делал тогда, когда я впадал в какой-то страх. Кто-то экспериментировал это уже? У кого-то было такое? Ты неадекватно принял решение, потому что ты чего-то испугался. Или я один такой? Есть такие люди? Спасибо за откровенность. Есть. Идея. Какая была идея? Навести страх. Ничего не бойся. Страх чего? Страдание за Иисуса Христа. То есть, слушай, мы тебя не будем притеснять, если ты будешь исполнять вот это, вот это, вот это. А если ты вообще будешь обрезываться, что требовали иудеи, да ты вообще будешь принят всеми народами. Мы же та раса, мы же та нация, которую Бог избрал первоначально. Сделай определенный шаг и не бойся ничего. Претерпеть, быть затронутым или подвергшимся влиянием, почувствовать, получить разумный опыт. И также здесь мы видим, что слово «дьявол», здесь слово «дьявол» — это не тот просто рогатый, о котором мы любим размышлять и говорить. Здесь идет речь именно люди, склонные к клевете. То есть слово «дьявол» имеет склонен к клевете. Это клеветник, слово «дьявол», да? Ложно обвиняемый. И Христос говорит, что дьявол изгнан будет вон. Клеветник, который клевещет ныне выгнан с мира. О чем же он говорит? Дьявол будет вергать вас. Если мы открываем послание к Ефесянам во второй главе, апостол Павел дает нам такое интересное указание. У нас времени не хватает. Вторая глава, посмотрите, 1, 2, 3 стих. Дух, действующий ныне в сынах противления. Это тот князь, который господствовал в воздухе. Смотрите, до Голгофы дьявол господствовал в воздухе. Ныне апостол Павел говорит, что Христос сказал, что князь изгнан будет вон, и он говорит, ныне этот дьявол действует в сынах противления. И в этой церкви был дьявол в ком? В людях. Это были люди, которые противились истине, прятали истинность Иисуса Христа. То есть это одно из таких вот значений. То есть греческое слово дает нам такое пояснение, применение к человеку, который выступает против дела Божьего, можно сказать, действует как часть дьявола или встает на его сторону. И сегодня, к сожалению, эти люди вокруг, в них действует дух дьявола. Он есть, это сыны противления, которые противятся истине. «И будете ненавидимыми, Христос говорит, за имя Мое, претерпевшись до конца, спасется». Итак, мы подходим к заключению. Интересное слово он говорит «за венец». Смотрите, что здесь мы видим в этой церкви. Хочу сделать маленькое такое пояснение. Здесь идет речь, что дьявол будет вергать дней 10. То есть вы будете в скорби дней 10. Интересное слово. Слово в 10 в греческом языке. Если мы посмотрим, где в других местах используется такое же слово в греческом языке. Одна из очень интересных историй, когда женщина была скована сатаной 12 лет. Знакомая история? И там стоит то же самое слово 10. В наших переводах 12, но там стоит слово 10. И если вы проанализируете это слово во всей вот в Новом Завете, вы посмотрите, что слово 10 в основном носит характер отрицательной стороны. 10 вознегодовали на двух учеников. Там, и, то есть в основном это используется в таком вот в негативном отображении. То есть, когда мы говорим, что вас будут ввергать в темницу на дней 10, здесь не идет, ну, можно, некоторые принимают, это разрешается принимать абсолютно в буквальном смысле, что в темнице вы будете только 10 дней. Но также есть и другое значение, что можно это принять как период определенной негативной времени. То есть почему? Потому что мы видим, что заключение этих людей в темнице приводило их к концу жизни. Вот о чем он здесь говорит. Но претерпевший до конца, он говорит, спасется. То есть кто пройдет эти испытания, тот спасется и получит венец или корону жизни. Интересное слово, хочу, чтобы вы обратили внимание, что венец обычно используется в греческом главном понимании. Это когда идет победа, то есть ты побеждаешь на каких-то спортивных мероприятиях. В нашу культуру, более еще чуть древнюю культуру, когда говорят, парень подводит девушку куда? Под венец. Очень интересное культурное такое обозначение, что, по-моему, если я не ошибаюсь, православная церковь сегодня до сих пор под венец и подводят, да? То есть у нас как-то это немножко утратилось, но венец обозначает союз Бога и людей. «Дам им венец жизни». То есть Христос
объясняет, говорит, побеждающий со мною будет вечно сосуществовать, жить. Я вас подведу под венец, я с вами, что, сочетаюсь, я с вами стану одно. Те, кто, как правильно? Обвенчаюсь. То есть я с вами сойдусь, стану одним телом. И Христос говорит своей церкви, к своей невесте, если ты победишь, если ты откроешь меня, то, я на этом я закончу, он говорит, смерть вторая тебе не грозит. Первая смерть духовная при нашем рождении, когда мы рождаемся духовно мертвыми. Блаженны умирающие в Господе, мы все равно живущие и верующие в Иисуса Христа умрем, но смерть вторая над нами не имеет никакой власти. Да благословит Господь нас сегодня видеть Христа в нашей жизни. Аминь.